Определились победители первого национального турнира по ММА «Ирон Легион Трофи». Лучшие бойцы Северной Осетии и стран зарубежья встретились в турнире по смешанным единоборствам. Спортсмены боролись за 7 кубков и 3 титульных пояса. О самых ярких моментах турнира расскажет Марат Гугаев. Просто публика ревет, поддерживает Ибрагима, и он стучит. Эту победу все ждали с нетерпением. Ибрагим Тибилов, чемпион первого международного турнира ММА «Ирон Легион Трофи». Технический нокаут на 2-й минуте поединка. И вот чемпионский пояс у своего хозяина. Своей победной речи, слова благодарности и надежда на лучшее. Завтра наш здоровый образ жизни – это не только спорт. Это наша чистая экология. Мы от лица молодежи. И от Северной Республики Северной Осетии просим все вместе, мы с вами, мы против смерти, мы против электроцинка. Наши предки были воинами, мы сегодня воины. Завтра наше поколение младшее будет воинами. И как бы наше тело не было сломлено, дух Барса непобедим. Ирата! Розма! Еще один титульный бой. На ринге наш земляк, чемпион Махарбек Каргинов. Его противник, чемпион из Камеруна, Ибел Кибесу по прозвищу Палач. Бой закончился, не успев начаться. Досрочная победа Каргинова. Сдается? Да ладно, вот это да! Вот это да! Просто удивительно. Да, как же... Молниеносная победа нашего бойца. Болельщики в один голос твердили, это пример того, что дела важнее слов. Мое дело не много болтать, а выходить в клетку и показывать то, что я день ото дня отрабатываю. И я вышел, показал это, а дальше, я проявил к нему уважение. Он уважения ко мне не проявил, но я на него не обижаюсь. У них другой менталитет, у нас другой менталитет. Не обошлось и без поражений. Наш земляк Чермен Кобесов уступил своему противнику из Москвы. На 20-й секунде первого раунда Вадим Сулейманов одерживает победу нокаутом. Я не ожидал, что на самом деле, что так рано. Я вообще подумал, что я слишком голову низко опустил. Вот. То есть я подумал, что-то не так пошло. Потом он упал, и я понял, что это называется... попал. Вот. Вслед за Эльбрусом Тидеевым, одержавшим победу техническим нокаутом в первой поединке вечера, успеха добились и наши другие бойцы. Все как-то очень быстро закончилось, к сожалению. Я сделал рычаг локтя, толком показать ничего не успел. Хотели перебить его стойки, получилось, как вы видели. Рассчитывали на 15 минут, хотели зрелище показать, но... Эти бои любители смешанных единоборств запомнят как самые быстрые. 9 побед в 10 боях. Все спортсмены выложились по максимуму. Первый турнир первой осетинской бойцовской лиги завершился для наших бойцов удачно. Марат Гугаев, Георгий Гасиев, Чермен Цураев. Новости Осетии.